Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у меня для вас быстрая такая практика произношения испанского языка, и мы с вами поработаем над несколькими звуками. Например, на моем сегодняшнем уроке, который был утром, я сказала фразу «Ahora tiene miedo», о, «Ahora tengo miedo», «Ahora tengo miedo», да, «Сейчас я боюсь», «Ahora tengo miedo». И меня не расслышал ученик, и я поняла, что фраза «Ahora tengo miedo», да, испанцы не говорят «Ahora tengo miedo». Они не выговаривают каждое слово, потому что, в принципе, их речь звучит примерно как «Ау-ра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 -
этой вот испанской постановки челюсти, потому что в сейчас проедет поезд, и мы сделаем. Мы с вами вместе сделаем это упражнение для постановки этого звука, который есть в испанском языке. Поэтому давайте повторяйте за мной. Итак, что мы делаем? Мы расслабляем челюсть полностью и делаем. Ау, 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 вау, вау. Как будто вы делаете вау, но не вау, вау. Помните, в Немо было, когда они говорили по китове? Вот примерно по китове нам с вами и нужно сейчас начать говорить. Что ты делаешь? Ты уверена, что говоришь по китовье? Да. Вау. Аора. Да, это не аора, а аора. Аора tengo miedo. Miedo. Потому что буква D, да, испанцы не будут говорить miedo. D. До, нет, мело, мело. Вот так примерно выглядит испанский. Поэтому самое главное, мы с вами расслабляем челюсть. Кстати, самый важный момент, если вы только начинаете учить испанский, я не тот преподаватель, который будет 5 уроков вначале вам долбить постановку звука, каждого звука, потому что ребята приходят ко мне и рассказывают иногда, что они были у другого репетитора, и за 5 уроков они ничего не выучили, потому что они на алфавите тренировали произношение. Нет, это для тех, у кого уже уровень есть, вы можете уже рассказать, и вы вот хотите теперь подняться на новый уровень и звучать тоже как испанец. Поэтому давайте тренироваться с этим, да? Мы расслабляем с вами челюсть, мы с вами испанцы. Вау, 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 вау. Да, что особенного, да? Вау, вау, язык расслаблен. У нас с вами язык. Куда у меня? Он вот так поднят к небу. Соединили и поехали. Вау, вау, вау. Это примерно я так представляю, что у меня челюсть двигается, да? На самом деле нет. Язык закинули прямо сильно. Поднят. И. Вау, вау, вау. Супер, да? Поэтому теперь. Аора, аора tengo, tengo. Уходим в нос. Как мы уходим в нос? Это не н, это tengo, tengo, как будто не, да, мягкий н с мягким знаком. Tengo, tengo, не tengo, 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 miedo, miedo. И вот это вот miedo, miedo. Да, давайте потренируем эту букву д между гласными. У нас получается не д, 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 не д, которая долбится в зубы вот так, д, 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 д. Нет, у нас мело, почти о, да, о у нас просто, что у нас, о, у нас просто о, да, ртом делается. А вот это испанское д, это ло, ло. Знаете, вот эта картинка, где котик такой, о, вот примерно с таким лицом мы будем с вами разговаривать на испанском. Это мело. Да не бой, ну вот, правда, если вы думаете, что вы выглядите как дурак, испанцы настолько быстро говорят, что вы вот это вот все, они не успеете даже выглядеть как-то забавно, зато будете звучать просто суперски. Итак, мье, мье, да, мье, тоже оно такое песенное, мьело, да, мьело, ahora tengo miedo, ahora tengo miedo. Sí, ahora tengo miedo. Do.
Повторяем вместе. Как бы это странно ни звучало. Такой, знаете, все, получается, выпившие люди, которые не могут уже связать дворе два слова, то они в своем роде испанцы. Вот так сделали? О, язык, все умеют делать? Если не умеете делать, сделайте, просто положили. Чуть-чуть его из такого положения. Оп, оп, чуть-чуть подвернули. Говорите, мело. Прекрасно. Покажите мои видео на парах по лингвистике, пожалуйста, спасибо. Если вы учитесь на лингвистике, там показали мое видео, скиньте мне, спасибо. Аора, аора, да, то есть это тоже не должно быть как р. Аора, 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 tengo, tengo, ahora tengo miedo, ahora tengo miedo, tengo, да, буква Т здесь тоже, tengo, да, не tengo, 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 да, как да, в Казахстане, ahora tengo, tengo, то есть она у нас такая слетающая, да, ahora tengo miedo, да, ну давайте скажем, no tengo miedo, да, потому что зачем нам иметь страх, да, no tengo miedo, no tengo miedo, Т тоже у нас слетает, да, мы не боимся. No tengo miedo, no tengo miedo, no, да, no tengo, да, тоже не Т, не прямо у нас Т, нет, не Т, да, tengo, то есть у нас немножечко за зубами, tengo, ahora tengo miedo, ahora tengo miedo, sí, ahora tengo miedo, вот это вот, ahora tengo miedo, чем больше вы раз повторяете, вы уже похожи немножечко на вот этих вот людей, да? Ahora tengo miedo. Ahora tengo miedo. Ahora no tengo miedo, да? No tengo miedo. No tengo miedo. Мы с вами потренировались этой фразой. Повторяйте за себе это упражнение. Ра-ра. 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 Ра. И miedo. Повторяй это упражнение несколько раз, да, и спина болеть не будет, и на испанском ты заговоришь. Мы с вами разберем в таком формате и другие фразы, мы будем скоро отрабатывать букву «Т», да, «Gracias», «Cena», вот это испанское, чтобы совсем быть как Энрике Иглесиас или Энрике Иглесиас, как Анна Курникова, да, какая-нибудь, потому что, ну, Анна, все дела. Bueno, итак, такое видео, надеюсь, вам понравился этот формат, это новый, если честно, я сейчас просто ходила по квартире, разговаривала сама с собой и придумала это видео, и вот оно здесь. Поэтому мы с вами увидимся в следующих видео, пишите, что думаете, и всем на волне позитива, на волне испанского языка, тренируйте звуки, и никакого miedo, miedo, no hay miedo, потому что если вам страшно, идите и напугайтесь. Идите и напугайтесь, и, в общем, страшно больше не будет. Все. Чао-чао. Adiós. Nos vemos.